Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор посылочки с сайта Рандеву. Здесь у нас с вами два классных бюджетных аромабокса и уходовая косметика. Итак, давайте скорее открывать. Естественно, как всегда, от Рандеву у нас с вами промокод на скидку 10%. Я его пропишу здесь, обязательно пропишу в инфобоксе. Также оставлю все ссылочки. Открываем вместе с вами. Рандеву всегда кладет подарочки, поэтому посылку открывать всегда очень приятно. Вот так все упаковано. Вот так. Давайте по порядку. Начнем с аромабоксов. Аромабоксы взяла бюджетные, но с очень интересными составами. Первый это у нас номер 63. Это парный аромабокс люкс. Интересно очень. Здесь у нас парные ароматы, то есть мужские и женские. Я вам все потом поближе покажу. Так, первый у нас ароматы. Так, я не знаю, девчонки, как он называется, потому что я никогда его не тестировала. Аджмал как-то так. Для него и для нее. Смотрите, показываю вам наполнение, потом покажу еще все поближе. Они такие разноцветные, классные. Все в одной цветовой гамме. Вот это аджмал, мужской и женский аромат. Давайте тестировать ароматы класса люкс. Так, женский. Ой, какой классный, летний, свежий, интересный аромат. Что-то напоминает прям до боли, что-то прям вот знакомое такое. И мое-мое, вот мой аромат. Ой, какой вкусненький. И в то же время он какой-то вот немножечко гурманский, прям вот чуть-чуть совсем. Мужской аромат. На другую руку куда-нибудь давайте. А мужской еще лучше. Классный, но более терпкий такой. Ой, какой классный. Они очень, кстати, похожи. Они очень похожи, но тут прям есть какие-то мужские, что ли, шипровые нотки. Так, следующая пара у нас с вами Calvin Klein. Calvin Klein. Так, эйфория. Угу. Так, женский где? Мэн, вот он женский. Мне нравится. У меня есть эйфория. Она классная, она суперская, но она немножко тяжеловата на лето. Вот на осень, на зиму она зайдет. Давайте мужскую потестируем. Мужскую не нюхала. Ой, тоже классная. Ой, здорово, мне очень будет нравиться ощущать. Мне мужская эйфория нравится даже больше, чем женская. Ну почему же я вот такая вот? Ой, вообще обалденная. Мне очень будет нравиться такой аромат ощущать на мужа. Так, следующая парочка у нас с вами Dolce & Gabbana. И это у нас с вами The One. Так, Woman. А, класс. Я его тоже тестировала, но тоже не летний аромат. Он очень такой приторный, сладкий. Прям приторный-приторный. Прям карамельки, шампусик такой вот. На потом, на попозже поносим. Так, мужской, интересно, как будет раскрываться. А мужской нет. Он не приторный совсем. Он очень интересный. Блин, он офигенный, девчонки. Мне опять мужской нравится больше. Так, и следующая парочка у нас с вами Lanvin. Так, Lanvin Eclat de Preach. По-моему, от Lanvin я этот аромат не тестировала. Какой-то другой. Так, Woman. Сейчас понюхаем. А, классненький. Но тоже сладенький. Сладенький такой, прям сладенький. А, мужской интересный какой-то. Древесный, с нотками молекулы. А, и с нотками свежести какой-то акватической. А женский прям сладенький-сладенький. Ну, классно. Классно, парные ароматы. Вообще, это очень интересно. Он, кстати, вот 1000 с небольшим стоит. Вот это 63-й аромабокс, поэтому да. Так, и второй аромабокс у нас с вами топ-8 ароматов. Просто вот топ-8. Он тоже очень бюджетно стоит на сайте. Какие у нас здесь с вами ароматы? Так, у нас в этом аромабоксе наклеечки такой нету. Так бывает иногда у Рандеву. Здесь у нас с вами Этер Коллекшн Азора. Я не знаю, что это такое, не тестировала. Буду вам рассказывать потом, наверное, потому что пшикать уже некуда. Сейчас какие-то другие посмотрим. Тоже наполнение вам покажу. Франк Буклет Табако. О, вот это интересно, слушайте. Ой, а это прям табако. Это реально табако. Ночью вкусненькое, интересненькое табако. Так, потом Бракард Casual Оксана Робски. Интересно, хочу. О, классный. Знаете, на что похож немножко? На принцессу. О, такой какой-то шампусик с интересными ноточками. Притягательными. Вот он на лето подойдет. Так, дальше у нас с вами Латафа. Латафа. Я читаю, как написано прям. Анна. Дальше язык коверкать не буду. Потом посмотрите сами.
С ландышем, по-моему, парфюм интересный. Так, следующее. LM Parfums. LM. Прям вот названия такие интересные, что хочется все потестировать. Ой, зеленой ноткой. Зеленой ноткой парфюм. Зеленые специи какие-то. Специи тоже такие зеленые. Интересный. Так, Нарана Parfums. Мун 1947 Red. Уже некуда брызгать, девчонки. Так, Нарана Parfums, Сюзанна. Два парфюма от этого бренда. И Lab Fragrance Secret. Причем единственный парфюм, который я вижу в рандеву, на нем написано по-русски. Наш, что ли, бренд? Какая-то классика. Вот какая-то классика. Но интересная, легкая. На лето тоже подойдет. Так, все, сейчас покажу вам парфюмы поближе. Как выглядит аромабокс. Вот первый топ-8 ароматов. Показываю вам названия, которые я исковеркала. Вот так они выглядят. И вот где на русском, да, вот этот вот аромат. Интересный такой. Так, это у нас с вами аромабокс просто без номера. Видите, топ-8 ароматов. И вот аромабокс 63-й. Парные ароматы. И вот их все названия. Подборочка очень, кстати, достойная. Очень достойная прям. Мне понравилось. Дальше. Что у меня еще интересного в коробочке, девчонки? Я запаслась дейзиками, потому что на сайте рандеву очень хорошая цена сейчас на них. Адекватная, более-менее адекватная, потому что дейзики подорожали везде, в том числе и в Фаберлик. Вы видели, да, какие цены вообще дешевле 400 рублей, практически не найдешь. А с учетом того, что у меня там еще баллы были, то есть продавод накопительная система скидок, они выходят вообще адекватно. Я взяла себе два одинаковых. Раньше часто пользовалась Рексоной, решила повторить твердым именно стиком. Вот, и взяла себе такой свежесть бамбука плюс алоэ. И мужу взяла тоже твердую Рексону, 48 часов, вот такой вот большой, классный. 100 лет не пользовалась Рексоной, вообще твердыми стиками 100 лет не пользовалась, хотя это как бы мой самый привычный, любимый формат. Ой, классно пахнет, классически. Так прям вообще здорово. Классно, теперь дейзиков хватит надолго, что очень здорово. Так, что взяла еще? О, подарочки, смотрите, подарочки как положили. Какой-то парфюм, классно. Давно в парфюмах подарочках не было. Так, ну здесь у нас с вами кремушек, по-моему. Да, коксир. Вот, подарочек, а парфюм Au Pays de la Fleur de Orange. Бергамот Босс. Как-то так называется. Куда? Куда мне пшикнуться? Я не знаю уже. Ой. Сильно. Это действительно бергамот. Сладенький такой, приторный. Зимний аромат. Ну, по мне, зимний. Вот будет классно его ощущать на себе зимой. Классно. Здорово. Парфюм в подарок. И взяла, девчонки, пенку. Пенку для умывания с муцином улитки Гинко Глоба от Аравия. Аравия Лабораторис. Мы с вами этот бренд уже обозревали. И много девочек пишет на него положительные отзывы. Мне захотелось такую пенку попробовать. Глубоко очищает поры, обладает противокуперозным действием. Повышает иммунитет кожи, обладает антиоксидантом, не сушит, не стягивает. Будем с вами во влоге тестировать вместе. Артикул ее на сайте А010. Можно по артикулу еще искать товары на сайте. Артикул на сайте Аравии. На сайте Рандевута ссылки я вам все оставлю. Потому что у продукции Аравии, не знаю, она, ну, не каталожная же, но у них почему-то тоже вот есть артикул, не знаю почему. Так, давайте посмотрим. Мне очень интересно. Пенка большая, цена адекватная. 150 мл. Здесь смотрите, какая красивая. Я пока все пробовала, все, что пробовала от Аравия Лабораторис, мне нравится. На самом деле, девочки в Телеграм тоже хорошие отзывы писали. Прям такой формат большой, такая розовенькая, красивая. Но это бутылочка розовая, не сама пенка. Стильненько, стильненько. О, о, какая. Ой, аромат какой классный, освежающий. Аромат мне, знаете, напоминает, что от Оксаны Самойловой косметику мы с вами тестировали вот эту. Вот похож на ее бренд аромат. Такая легкая, воздушная, мелкая, такая классная, вообще супер. Ну, будем пробовать, будем во влогах с вами пробовать. Мне на самом деле интересно. Ой, сейчас еле уловимый аромат. Он ярко, не яркий, в нос не бьет и очень приятный. По руке разнесла. Рука такая увлажненная по сравнению с другой. И никакой липкости, хотя написано, что с муцином улитки, да? Будем пробовать, на самом деле интересно. Пенка.
На этом все, мои хорошие. Вот такой заказ интересный у меня был на сайте Рандеву. Все ссылочки и промокод оставляю вам под видео. Проходите, знакомьтесь, пользуйтесь. Надеюсь, была вам полезна. Всех люблю, целую, всем пока-пока.